Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на мультиварку Штеба DD2XL. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рада, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Мультиварка-скороварка Штеба DD2XL выполнена в корпусе в форме квадрата. Серебристый корпус с красной крышкой станет украшением любой кухни. В комплекте с мультиваркой поставляются корзина для готовки на пару, держатель для паровой корзины, керамические стаканчики для йогурта или запекания 4 штуки, держатель для керамических стаканчиков, запасное уплотнительное кольцо для крышки, мирный стакан, лопаточка для перемешивания, книга рецептов и руководство по эксплуатации. Мультиварка-скороварка «Медленноварка» Штеба DD2XL – незаменимый помощник для любой хозяйки. Включает все необходимое для приготовления любимых блюд. Прибор, обладающий мощностью 1000 Вт, быстро готовит блюдо, что делает его помощником на кухне. Благодаря 9 программам устройство будет полезным для приготовления повседневных и праздничных блюд. В чаше объемом 6 литров можно запекать, варить, тушить, использовать ее в качестве пароварки и йогуртницы с дополнительными аксессуарами. Штеба DD2XL поддерживает сенсорное управление, содержит дисплей для удобства настройки программы. При отключении программы прибор переходит в режим поддержания температуры, что позволяет получить горячее блюдо в любое время. Можно настроить мультиварку на включение через определенное время. При помощи кнопок настраивается время приготовления, устанавливается таймер отсрочки. Прибор защищен от перегрева, что обеспечивает его безопасную эксплуатацию. Продукты в мультиварке Штеба DD2XL не подвергаются длительной тепловой обработке. Пища готовится под давлением пара, и это помогает по максимуму сохранить витамины и аминокислоты. Приготовленные блюда получаются особенно вкусными и легко усваиваются. Особенно быстрое приготовление. Избыточное давление позволяет увеличить температуру нагрева, а это, в свою очередь, дает возможность ускорить приготовление пищи. Это особенно важно для тех, кто торопится. Стандартные программы. Если вы не уверены в своих кулинарных талантах, воспользуйтесь стандартными программами. С их помощью можно быстро и с минимумом усилий приготовить действительно вкусную пищу. Отложенный старт. С помощью функции «Отложенный старт» устройство приготовит еду тогда, когда она будет нужна. Вы сейчас закладываете продукты, а получаете готовую пищу к установленному времени. Я проанализировала отзывы реальных пользователей и нашла среди них отрицательные. Низкое качество материалов. Тяжеловато. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Есть все необходимые программы. Красивый внешний вид. Интуитивно понятное управление. Богатая комплектация. Ничего не пригорает. Отлично держит давление. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!